Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. Сегодня 16 августа 2022 года, и в нашем питомнике ждет своих мамочек и папочек вот такая замечательная девуленька. Красотуленька, которую зовут Мария Мистик. Услада. Девочка стоит 120 тысяч рублей. Девочка полностью привита, чипирована, пройдены все карантины. Это окончательный вес и размер этой девчонки. Девчонка маленькая, легенькая, очень веселая, очень ласковая. Это просто такое сладкое солнышко, которое не даст вам соскучиться ни в какую погоду. В любое время дня, ночи и в любой сезон эта малышка готова веселиться, общаться, гулять. Девочка приучена гулять на улице, потому что мы живем в Ленинградской области на частной огороженной территории, а в плохую погоду девочка умеет делать свои делишки на пеленочку. Девочка очень лоскучая, не гавкучая, не конфликтная. Ну, отпусти ее поиграть вот с этими ребятами. Вот такая вот малышуленька, веселая девчуленька. Если у кого-то нет времени заниматься воспитанием, выращиванием маленьких щеночков, то подрощенный щенок – это как раз вариант, подходящий людям, которые постоянно заняты своими делами, или просто у вас не было никогда собачек, вы не умеете воспитывать, приучать к пеленочке. Готовая собачка ждет мамы, пап, все за вас сделано, все уже воспитано, все уже приучено, не грызет в доме уже ничего, потому что возраст прошел. Вот так вот замечательно писем мы в травку. Ушки стоят полностью, зубки после смены 6 на 6, прикус ножницеобразный. Девочка не для разведения, она малышка. Если вам интересно посмотреть, какие еще щеночки открыты для резервирования или готовы к продаже в нашем питомнике, смотрите в плейлистах и в сообществе, в YouTube, а также в Яндекс.Дзен, ВКонтакте, или пишите в личные сообщения, или звоните по телефону. Всем пока-пока и до новых встреч!